Дорогие земляки, братья и сестры, к сожалению, мы забыли, кто мы есть. Мы души, пришедшие в этот мир получить знания, опыт, научиться единению и укрепить свой дух. У нас есть свобода, данная нам Творцом. Мы дети своих великих предков. Сегодня мы покорно закрыли рты и приняли чужие правила игры. Если ты не согласен, если ты за справедливость и правое дело, сними тряпку, перестань бояться, включи голову и знай, ты не один, вместе мы сила. Будущее наших детей зависит от нас. Помни, ты человек. Я человек, заявляю прямо, моя душа несет небесный свет. Она чиста, свободна и упряма, движима лишь истине во след. Я человек, а значит, мне по праву принадлежит свобода быть собой. Никто не смеет сыпать мне отраву или вести куда-то на убой. Я человек, и здесь моя планета, моя природа, воздух и вода. Я торгашам накладываю вето на результаты моего труда. Я человек, и я рабом не буду, и весь мой род, и весь духовный свет. Я говорю вранью, насилию и блуду, свое категорическое нет. Я человек, я сам себе опора, имею честь и совесть, дух и стыд. Плодами вашего разбойного разора я вместе с соплеменниками сыт. Я человек, сознанием и весом. Я знаю за собой свою вину. Я человек и объявляю весом святую беспощадную войну. Я человек, а не товар. Мне не нужен QR-код. В единстве наша сила. Давайте объединяться за право свободного выбора.